Добрый день, друзья. Я сегодня буду месить батон с отрубями. Для этого мне нужны мука высшего сорта, отруби, дрожжи, соль, сахар и маргарин. Вот. Эту муку я просеяла, высшего сорта мука. Я беру муки 450 грамм. Так, добавляю 50 грамм отрубей, добавляю дрожжи, здесь у меня дрожжи 15 грамм, и там была вода у меня 20 миллилитров. В общем, идет 320 миллилитров на это количество. Так, здесь у меня соль и сахар, тоже добавляю. Вот. И теперь добавляю маргарин, маргарин на 12 грамм. Так, наливаю водичку. Так, теперь поставлю месить тесто. Вот я замесила тесто. Тесто получилось очень хорошее, прям такое замечательное тесто. Вообще красота такая. Вот она сейчас у меня будет подходить в течение часа. Я его оставлю на час в покое. Пусть она будет у меня подходить. Хорошенечко она будет мне подходить. Вот тесто. Так, мы его закрываем. И оставляем на час. Так, все. Прошел час. Поднялось мое тесто. Тесто было хорошее. Отруби, конечно, были крупные, но ничего страшного. Так. Так, я буду сейчас формовать. Дам, наверное, форму батончика. Обычный батон, обычно как полюшки делаю, такие удлиненные формы батона. Буду как батончик формовать. Вот такой длинный. Вот так вот одна формочка. И вторую также. Так, когда формуем, надо обязательно надавливать хорошенечко вот так тесто, чтобы вышел воздух. Шарики не должны быть воздушные. Вот, видите, как оно хорошо проходит. И мы выводим отсюда воздух. Поэтому надавливая, вот так мы его формуем. Вот так. Вот я сформовала два батончика, сделала себе. И ставлю сейчас теперь их в расстойку. Ну, расстойка идет тоже примерно где-то около часу. Все, так теперь у меня подошли заготовки мои. Я делаю такой один надрез, чтобы вышел воздух, не было вздутия. Вот. И буду сейчас мазать. Кефиром я их сейчас намажу. Подождем, пока наберет температуру. Так, температура уже подошла у меня. У меня духовка 210 градусов. Вот мы сажаем и выпекать на 210.
испекся мой батончик с отрубями. Какая красавица. Вот. Красивый хлебушек получился. И на выпечку ушли мне 25 минут. Ой, какой хруст. Аромат такой, аромат. Вообще прелесть такая. Вот остынет, я вам порежу и покажу. Мы проверим наш батончик с отрубями. Немножко еще, конечно, он тепленький хлебушек, но будем смотреть. Вот. Такой хороший. Вот, видите, как губка прям так поднимается хорошо. Такой аромат, вообще вкуснотища. Ой, такой запах. Вот. Видите, как он пропеченный, хороший, мякиш, вообще воздушный аромат такой. Пожалуйста.